С начала купального сезона на водоемах Тверской области утонули 8 человек. Трое за последнюю неделю июня. Они купались на необорудованных для этого местах. Опасность купания на необорудованных местах обусловлена не только их несоответствием гигиеническим нормам, но и связана с отсутствием спасательных постов и, как следствие, невозможностью оказания своевременной квалифицированной помощи при возникновении несчастных случаев. К сожалению, только за последнюю неделю июня на необорудованных местах Тверской области погибло 3 человека. МЧС России обращается к отдыхающим на водных объектах с просьбой соблюдать правила безопасности. Чтобы не допустить беды, посещать только специально организованные пляжи, где дежурят спасатели, которые в случае необходимости придут на помощь. Если вы пришли на пляж с детьми, ни на минуту не оставляйте их без присмотра. Помните, ваша безопасность – это ваша ответственность. МВД информирует, с 1 июля увеличилась государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта нового образца. Граждане Российской Федерации вправе выбрать заграничный паспорт старого образца со сроком действия 5 лет, а также паспорт, содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет. Гражданину России со дня его рождения до 18-летнего возраста паспорт оформляется по письменному заявлению одного из родителей, опекунов или попечителей. Подразделениями по вопросам миграции Тверской области за 5 месяцев текущего года оформлено 15 942 заграничных паспорта, что более чем на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Из них заграничных паспортов нового поколения 7024. С 1 июля госпошлина на паспорт нового образца сроком на 10 лет составляет 6000 рублей. Для детей до 14 лет – 3000. На паспорта старого образца на 5-летний срок госпошлина остается прежней – 2000 рублей для взрослых, 1000 для детей до 14 лет. Хотелось бы порекомендовать гражданам заблаговременно оформлять заграничные паспорта, а также при планировании поездки за рубеж обратить внимание на срок действия уже имеющихся у них документов, так как въезд в большинство государств ограничен по сроку действия заграничного паспорта. И в некоторых случаях этот срок составляет не менее 6 месяцев до окончания срока действия паспорта на день окончания поездки.